Я от имени иранского народа хочу поздравить всех российских мусульман и, в частности, мусульман Северного Кавказа с наступлением праздника Разговения. Но праздник Разговения – это, значит, праздник появления, то есть снова человек рождается и появляется на этом свет. Дай Бог, чтобы мы воспользовались те достижения, которые имели, то есть интеллектуальные достижения в этом месяце, чтобы это был правовестником нашего пути, но в течение этого года. Я советую всем дорогим мусульманам о том, чтобы мы не только избавились от внутреннего шайтана, нам надо и беречь себя от внешних шайтан. Чтобы мы своим единством уже защищали свои общества и чтобы мы избежали раздора между собой. Эти три группы хотят, ну, сделать раздор, чтобы мусульмане и православные в России, чтобы не объединились, чтобы не дружили друг с другом. Единство российских мусульман и православных народов России – это тоже как молитва священного месяца Рамадана. Это нужный фактор для них.